Ну и напоследок вам гипнотические оленьи хороводы. Я не сошла с ума, сейчас сами все увидите. В парнокопытных еще бурлит дикая кровь, которая напоминает им, что в любой момент нужно стремительно сгруппироваться и защитить слабых особей, старых, больных, а также самок и детенышей. Ведь именно они так и притягивают хищников, а самостоятельно защититься не могут. Поэтому другие олени сбиваются в стадо и начинают кружить вокруг слабых сородичей. Для хищника такая стена практически непреодолима. Каждый олень защищает спину впереди бегущего, а заодно и создает помеху для тех, кто хочет полакомиться более слабыми особями. Вот это я понимаю. Один за всех и все за одного. Есть чему поучиться.